три страны. 10 дней. Более 2000 километров. Мы были на материке и отправились на остров. В городах и селах мы зашли во дворец и нашли подводную тюрьму. Ну, а смотреть маяк можно не только снаружи, но и изнутри. Покупаете билет и, собственно, лезете вверх. Добрые люди посчитали, что для этого нужно пройти 208 ступенек. Ну окей, проверим свою форму. Вот, собственно, сама обсерватория. Отвага дает старому небу новый свет. Посмотрите, какой ольков. Это уже даже не барокко, это рококо. Вообще здесь такое ощущение, что ты находишься внутри торта кремового. Большой Балтийский тур. Садитесь и смотрите.